Машины из прошлого. В эту субботу, 7 сентября, в столице Чувашии пройдет фестиваль ретро-техники «Золотая осень». С 10 утра до 3 часов дня чебоксарцы смогут полюбоваться автомобилями ГАЗ довоенного производства и другими редкими образцами советского и зарубежного автопрома. Выставку устроят на парковке «Ураланда». Ожидается визит ценителей раритетных машин из соседних регионов и ряда городов Сибири.